Всем привет! Привет! Вот это как бы вторая часть видео. С чего же начинается ПДР? Вот много ребят пишут. Покажите, расскажите, где что почитать, где что посмотреть. Я давно, уже пару лет назад, в интернете столкнулся с сайтом вот orinpdr.ru. Ребята как бы все просто и доходчиво изложили многие ответы на как бы популярные вопросы, с которыми сталкиваются ребята, кто хотят попробовать свои силы в беспокраске. То есть, как бы, это видео для тех, кто хочет попробовать. Не для тех, кто уже решил, что вот это мне нужно, вот. И стоит вопрос, где поучиться, какая школа лучше, в каком городе, как бы, что лучше, что хуже. Нет, это вопросы для тех, кто сомневается в своих возможностях, в своих способностях, но хотят попробовать. Естественно, пробовать, отдавая деньги, поехать отучиться там, потратить кучу времени, денег, отучиться, потом понять, что это не мое, кто умным назовет. Вот. Поэтому люди хотят попробовать свои силы, возможности, и если начинает получаться, и эта работа нравится, вот, то тогда есть смысл задуматься, где учиться, как учиться, какой инструмент приобретать и так далее. Но для тех, кто хочет как бы попробовать свои силы, свои возможности, вот, получается или не получается, в итоге потом нравится, не нравится эта работа. Вот есть такой сайт, его ребята, правда, к сожалению, немножко забросили, сделали новый сайт, но там как бы этого нет. Вот под видео я выложу ссылочку, в данном случае нам вот сюда, это база знаний. Вот, тут несколько вот глав, как бы вот их тут, ой, обломчик. Работа с лампой, как сделать лампу своими руками, вот как бы ответы на вопросы, которые мне часто пишут в личку. Исправление неглубоких вмятин, удаление острых вмятин, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Для новичков работа с клеевой системой. Здесь все популярно изложено с рисунками, со схемами. То есть для тех, кто начинает, для начинающих, это как бы азбучные истины, которые будут изложены, ну, более-менее подробно, доходчиво, с рисуночками, со схемами. То есть это как бы хорошая азбука для тех, кто хочет научиться читать. Ну вот, открываем первую вкладочку. Вот. Здесь вот написано, какие, что, как говорится, надо для того, чтобы ремонтировать вмятины. Для этого нужен свет. Вот как бы альтернативный вариант. Можно купить вот по этой ссылочке. Дальше показано схематично, как же все-таки выправляются вмятины, как они смотрятся в свете и так далее. Вот приведены рисуночки, фотографии. Вот еще одна лампочка. Вот это для работы в линиях. Как искривляются линии, как себя ведет вмятинка в линиях. Ну, это одна из разновидностей. Вот, это первое. Второе. Опять же, тут же ответ на вопрос. А если мы не хотим купить лампу, как ее сделать? Вот здесь подробно, так сказать, расписано, что из себя представляет лампочка, что для этого надо. Вот, примерно там вот такие размеры должны быть. И так далее, и тому подобное. То есть можно для тех, кто не готов покупать лампу, взять, поколхозить. И также вот ссылочка, как работать с лампой, можно прочитать здесь. Дрынь, переходим опять туда же. Вот. Дальше, исправление неглубоких вмятин. Здесь вот показаны образцы пробойничков, которыми осаживаются выпуклости.
при работе, потому что если давится вмятина, она не всегда выходит как бы туда, куда надо, и получаются шишечки, бугорки, которыми осаживают. И вот примеры окончаний этих пробойников. И как вот показано, как осаживается вот по кругу. Ну и так далее. Вот дальше. Следующий момент. Удаление острых вмятин на кузове. Показан пример вмятины, как вот она схематично изображается, как что делается и так далее. Вот. Показана схема выпрямления вмятины. Но это все как бы азбучные истины. Вот. Для тех, кто хочет попробовать свои силы. Вот, смотрим дальше. Это Саша, здравствуйте. Привет. Так, дальше. Дальше у нас здесь изображена клеевая система. Что в нее входит, как ей работать, как ей не надо работать и так далее. Вот, показаны схемки, как правильно делать, как неправильно делать. Следующая глава, так сказать, изображение. Исправление потянутых рубцов. Ну, это отдельная тема, как бы это сложно. Но, тем не менее, это возможно. То же самое показано, как работает клеем. Дальше. Минимальный комплект инструмента. Здесь вот показано, что, грубо говоря, надо иметь хотя бы один крючок, там пару-тройку насадок. Вот. Какие они бывают, что ими делается. Вот он, обратный молоток показан, мини-лифтер, пистончики клеевые, пистолет, клей, жидкость для снятия клея. Но для тех, кто не знает, сразу скажу, можно пользоваться обыкновенным спиртом. Вот затяжечки, штучки 3 их надо как бы иметь для того, чтобы работать. Вот подвес, молоточек и так далее и тому подобное. Каждый решит для себя сам, что ему надо, что ему не надо. Вот. Но для начала минимальный комплект тут как бы показан. Ну и так далее. Дальше вот как бы уже более подробно рассматривается, какие бывают вмятины, как с ними бороться и так далее. Ну, в общем, вот такая вот штука. Ссылочка будет под видео внизу. А я всем желаю успехов и до новых встреч. Пока-пока.